Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть в Blood and Bacon. Так, у нас появились, по-моему, какие-то вопросики, нет? Ладно, погнали. 81-й день, у нас будем двигаться к 100 дням. Наша задача, ребята, пройти ну хотя бы 100 дней, чтобы я мог хотя бы понять, что у нас будет на 100-й день, и посмотреть, когда же она закончится вообще, эта игрушка, потому что в чем здесь, так сказать, будет финал, мне вот очень-очень интересно. Очень интересно, что у нас будет в финале. Безумно просто интересно. Так. Ох, нифига себе. Ах, какая красотень. Ничего себе стая-то у нас какая. Понеслась. Ой-ой-ой-ой-ой. Они сюда бегут. Смотри, что происходит-то, а? Так, понятно. Вау, и здесь стая проносится. И большие, и маленькие, и всякие разные. Так, я могу еще там включить. Смотри, там за мной уже охота. О, давай. Успели, нет? Кого-нибудь там завали. Да, кого-то, кстати, успели. Ребят, если вам нравится Blood and Bacon, не забывайте, ребят, ставить лайки. Потому что здесь проходят прям такие иногда замесы. Просто жесточайшие. Просто жесточайшие. Спокуха. Спокуха, кто-то у нас еще. Кстати, вот говорили мне, ребят, что можно здесь целую тушку закинуть в мясорубку. Да, можно, ребят, только что сейчас попробовали, сейчас еще раз попробуем. Да что ж такое-то, чего ж ты не умираешь-то? Реально. Так, все нормально, один остался у нас, один. Вот, закинули. Не знаю, может, это какие-то бонусы дают или что? Так, у нас, по-моему, всего много, не знаю. Все, есть. 81-й день, ребята, закончен. Прекрасно, прекрасно. Прям интересно, были такие прям замесы у нас сегодня. Очень кровавые, как обычно. Давай уже следующий левел. Yeah, I unlocked that barn door. Because I knew you did it. I knew they were all dead out there. Давай немножко нам устрой. Сейчас мы, ребят, закинем. Он нам покидает нас гранаты, фермер. Сейчас мы немножко его пораздражаем немножко. Blow your ass down. Так. Why are you in such a hurry anyway? Давай. Oh, you got me. I don't think I'm gonna make it much longer. Yeah, I get it. Shoot. Yep, make him bleed. Real funny. Сейчас он настроит нам. Вот они. Бомбы повалились. Нифига себе, что он там творит-то, а? Слушай, а было бы неплохо, если бы мы бы сейчас... Эти бы бомбы бы взорвались бы, убили бы... Поросят, например, вообще было бы прикольно. Так, посмотрите, у нас этот левел связан с тем, что здесь огромное количество малышей вот таких вот бегает, да? И это довольно, конечно, опасно, потому что они очень маленькие, как я уже говорил. Смотрите, маленькие скелетики. Такого не было, реально, такого не было. Такого не было, это точно. Давай перезаряжайся, ну же. Вот. Так, самое главное сейчас не попасться на эти маленьких и ужасных, коварных, ребят, коварнейших просто кабанчиков. Смотрите, маленькие скелетики, кабанчики. Так, сколько? 4 осталось маленьких. Мини-кабаны. Мини-кабан. Так, где еще? Два. Их вообще не... Я не знаю, где они находятся, их вообще не видно. Непонятно, но они могут... накинуться в самый неподходящий момент. О, есть один. И второй. Прекрасно, прекрасно. Слушай, там что-то у него упало, подожди. Ах, это вот тут какой, а?
Hope you learned Слушай, something он даже If not, еще граната у него lucky. На следующий день мне практически приберег гранаты. Вот такой вот фермер, ребята, вот так он. Hey, choose your weapon carefully, because I'm not letting you back in until they're all dead. And I mean dead. Dead, dead, dead. Так, давай-ка мы возьмем какой-нибудь ствол. Ну, к примеру, вот возьмем дробаш. К примеру, дробаш. Kill them all yet. Ну, возьмем, например, шляпу, можно? Dead. Давай you шляпу. Mean, right? Эй, тихо, что за дела? Открыто chicken on Make the sure farm. Что за фигня, ребят? Какой-то секрет мы открыли или что? Почему двери закрылись? Что за прикол? А? Что это такое? Двери... А, можно двери у нас... Интересно, так, ладно. Ну ладно, хорошо, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот так вот мы их массово! Прекрасно. Сразу почти половину всех убили. Ну, некоторые на нас сагрились, но это не беда. Так, кто там еще у нас бежит к нам? Вижу еще одного. Главное, чтобы они сейчас у нас... Так, там можно было, кстати, поменять небо. Сейчас нельзя почему-то. Ладно. Так, осталось три. Ну где же вы? Где же вы? Вон, вижу. И еще... А, вот, смотри-ка, я даже тебя не заметил среди этих костей. Вообще незаметно было. Wait, wait. Do you hear that? I think I hear something. Nah. It's all quiet out there. You know why? Because they're all dead. Could you be any more awesome? Чё-то ты разболтался. Давай, зажигай. Feels a bit like the quiet before the storm today. Возьмём камкалаш, наверное. Can't hear anything going on outside this barn. So good luck out there. С калашом, чувак. Блин, прикольное фото, наверное, будет, да? Так, ну-ка, я вот так. Oh, you got me. I don't Ладно, think I'm gonna make it much longer. Давай, отдыхай. Возьмем мы, наверное, ем... А вот этот пистолет. Поехали. Так, где же? Где же все у нас? В принципе, так можно тоже, конечно, стрелять, но... Не особо удобно, нужно как бы привыкать. Вообще камера не... Ну, тоже прикольно, по сути. Тихо, кто-то за мной гонится. Ах, ах. Так, а наверху у нас что-нибудь есть? Там какие-нибудь секреты? Где-нибудь у нас ключики какие-нибудь где-нибудь? Нету. Так, погнали. В принципе, от камеры третьего лица довольно интересно. Довольно интересно, прикольно. Так, сколько? 5 осталось, да? Всего-то. Смотрите, я не знаю, кто это такие. На кабанов-то не похожи, но какие-то с вытянутой мордой. Ну, вот это вот кабан, а вот то, что было вот до этого, это что-то не было. Но похоже на кабана вообще никак. Готово. Мы затаскиваем. Затаскиваем. Well, that was uneventful. I was expecting something much, much more. Okay, let's move on. Давай, калаш, был неплох. Ah, you know what today is? Возьем Узи. That's right. It's revenge day. So grab one of those overpowered weapons and go out there and kick some ass. Поменяем небо.
А, у нас же ночное время суток нельзя менять. Точно, я вспомнил. Ночью нельзя менять. Ночью менять можно здесь. Но тоже не всегда почему-то. Что интересно. Так. У меня прицела нет. А где прицел? Вот это мы их помесили. Так, две стайки у нас бегают. Две стаечки. О-о-о-о! Вот это да! Вот это месиво! Так, 61. До вокзаля подходим. И что-то меня сагрились. Стайка у нас все разбита в пух и прах. Так, осталось 8 всего. О! Как мы быстро-то, а? Уложились. Тихо. Стоять! С-под тяжка тоже нападают, мерзавцы. Все, готово. Почему у меня только прицела здесь нет? Вот это вот странно. Так. О, есть, красное небо. Почему сейчас заработало, не знаю. До этого же тоже мы стреляли. Кстати, у меня, по-моему, патроны даже не потратились. А многие писали то, что патроны не тратятся от того, что... бывает, когда вот эти вот огромное количество народу здесь появляется. Ну, в смысле, очень много животных разных, да, а поэтому не тратятся патроны, не знаю почему. Так. Вот, небо изменили. Окей. Хорошо. Так, посмотрим, что тут у вас. Я, кстати, взял, ребят, гранатомет. Кстати, не знаю, может на босса мне взять гранатомет, а? Можно, в принципе, на босса взять, ребят, гранатомет, я думаю. Я не знаю, какой он исп... То есть у него, по-моему, одна... А, две ракеты у меня, да? Тоже ракеты надо добывать. Вот где-то вот здесь. Ну, они здесь почему-то... У нас занято пока. Ну, то есть, их какое-то ограниченное количество. Что маленькие кабанчики у нас сегодня что-то прям зажигают. Прям их что-то много прям. Очень даже. Кабаны! Чё с дела? Чё вас так много, маленьких притом? Чё-то не выросли они, а? Пока еще не выросли. А потом станут большими и грозными. Кабанами, боссами станут. Не знаю, пробовать нет. Я сейчас, наверное, не буду я использовать гранатомет, потому что жалко на маленьких кабанов тратить и вообще просто так стрелять. Я думаю, поберегу его для босса, который у нас будет в 90-й день. Сейчас 87-й день, поэтому мы сейчас готовимся к боссу. Так, окей. Давай мы что-нибудь, что мы еще делали. Дробаш. Дробаш возьмем. В принципе, дробашек. Не буду менять цвет неба, пускай такое остается, пускай будет так красиво, а и по-летнему. Опа, так. А, ну ладно, давай все равно мы сделаем немножко. Да что ж такое, ну попадишь ты по ним-то, твою мать. О, по-моему, мы стреляли. Здесь лучше использовать пистолет почему-то. Пистолет намного лучше. Он как бы более точен. Вот именно для этих кабанов. Потому что здесь такие кабаны, что прям... Лучше всего их валить сзади, потому что спереди их валить вообще не вариант. Просто не вариант. Они же за мной бегут. За мной прям толпа. Безумных.
кабанов-терминаторов. Маленькие еще, тут всякие разные, кого только нет. Так, все. Секунду. Так, где у нас остальные? Отлично. Давай возьмем дробаш, попробуем с дробашом, может, может поможет. Так, вон маленький кабанчик. Давай уже, ну. А, вот этого надо вот прям вот. Один остался, где? Я не вижу, тебя. А, вот он ты. Ух, как тебе не повезло. You see, that wasn't so tough. You made it. Прекрасно, 88-й день. Окей. Don't forget to grab a second weapon off the wall. I don't want you going out there with just a pistol. Давай возьмем вот так. Ну, давай револьвер возьмем. С револьвером вообще не бегали. Сегодня. Давай побегаем, да, побегаем и глянем, что у нас сегодня получится. Исключаем их. Ого, вот так вот. Сразу половину выстегнули, наверное, да, если не больше. Разминочка перед боссом. Так, я вижу, здесь какие-то кабаны у нас синеют. Фиолетовый такой прямо. Фиолетовая кровь с них бежит вообще. Не очень это, конечно. Готово. Быстро мы с ними расправились. Очень-очень быстро. Давай. Вперед. Вообще, мне уздечка, в принципе, ребят, нравится. Она прям вообще классная штука. Очень классная. Так, 89-й, последний уровень перед боссом. Новый день, новый шанс выжить. Ну хорошо, пойдем. Пойдем посмотрим, что ты для нас сегодня приготовил. Ну! Эй! Я-то думал... они побегут в центр карты, но нет. Смотри-ка. Не стали. Чё-то какими-то они такими кучками бегают. Странными. Небольшими кучками и не так плотно, как раньше. Тихо! Ты-то куда? Слушай, нападает из-под тишка. Так, ладно. Сколько мне патронов? Патронов, главное, чтобы... В принципе, патронов... Чё за хрень? Чё такое? Не понял. Что случилось? Что? Что произошло? Баг, что ли, какой-то? В смысле? Как я умер? Вот это шок. А как я умер, я не понимаю. Вообще удивительно, ребята. Что произошло, я не понял. Ребят, пишите в комментах, если вы поняли, что случилось, я не понимаю. Sorry, that's all I got for you. То есть... Really? С одного, что ли, выстрела... Ой, господи, с одного укуса и меня убивает, что ли, или как-то так? Я вот это не пойму просто. Как такое возможно? Ну это прям интересно, это интересно.
Как такое произошло, непонятно. Если с одного укуса меня бы убивает, то это действительно реально будет мега-хардкор. Мега-хардкорный левел. Мега-хардкорный день. Сложно будет. Потому что они могут с любой стороны напасть. И один раз если кусает, то все, сразу смерть. Это жестоко. Понятно, что по отношению к ним-то еще хуже. У них-то вообще просто бегают. А я с автоматом. Но их-то очень много. И они, если меня с одного раза будут кусать и убивать, это будет, конечно, обалдеть. А я один. Я-то один, все. У меня больше напарника нет. Так, вот они вышли за мной на охоту. Осталось у нас два кабанчика. Где-то. Давай посмотрим, где они будут. С какой-нибудь стороны появятся. Вон там, я видел, пробежал. Один. И... Фу, прошли. Вот это да. Get that. Hey, see how they knocked down that silo? А вот это да. Девяностый день. Это, походу, сейчас у ребят будет босс. Так, не знаю, я, наверное, возьму УЗИшком. Ого! Раз, два. Два кабана. Ну-ка. Сделать какую-нибудь крутую. Блин! Почему прицел сбился на третьего лица? А, мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сейчас вот так вот сделаем. Годи? Нет. А, у меня что, нет усилителя? Странно, подождите, был же. Так, усилителя нету. Давай валим его. Напарника. Чё-то, по-моему, сейчас будет жестко. Очень странно, почему у меня нет усилителя. Сейчас мы тогда возьмем. О, нет! О, нет! Так, одного слили. Есть. Супер. Мерзавец, а. В принципе, мы тебя завалим и без усилителя, правильно? Готов. Подожди, а, три еще осталось. А, я думаю, что такое? Почему не заканчивается-то? Три маленьких кабанчика еще осталось, представляете? Маленький скелет-кабан. Скелет-кабанчики. Все, готово. Ес. Без усилителя справились, прекрасно. Прекрасно. 91-й день. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, на этом будем серию нашу заканчивать. Будем двигаться к 100-му дню. Я думаю, на 100-й день что-то будет. Серьезно, сегодня у нас просто интересные были эксперименты. Кстати, я попробую, наверное, на 100-й день обязательно вот эту вот огромную байду, вот эту вот что-то, базуку вот эту вот нашу, да, которую мы, кстати, ее толком-то ее и не использовали. Мне кажется, она очень будет круто дамажить. Ребят, если вам нравится Blood and Bacon, не забывайте, ребят, ставить лайки. Подписывайтесь на YouTube канал, на Twitch канал, группу ВКонтакте, делитесь этим видео с друзьями. Ну а с вами был Родригес, я вам желаю хорошего настроения, успехов, удачи и до новых встреч. Всем пока-пока! Hey, you know...